«Практическая психология». Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. И сегодня мы говорим о плюсах и минусах раннего развития детей. Я пригласила эксперта, психолога-педагога Елену Петушкову, чтобы эту программу вместе нам раскрыть. И тема, чтобы была понятна всем, не только женщинам и мужчинам, но даже тем самым детям, о которых мы будем разговаривать. Лена, здравствуйте. Добрый день. Лена, вот смотрите, ребенок в 20 веке. И ребенок, который рождается вот тут в 21-м, вот мы уже так можем громко сказать, да, они отличаются ведь? Конечно. Чем? Ну, они рождены прежде всего в другую эпоху. Эта эпоха определяется прежде всего родительским сознанием. Родители, они стали другие, поэтому и дети идут другие от этих родителей. Почему? Очень много техногенности. И мало души. И мало души. Вы считаете, что 19-20 век – это как раз то самое время, когда больше уделяли душе и родители, и дети внимание, да? Да, потому что темп жизни был несколько другой. Там можно было, ну, медленнее прочувствовать жить. Да, все да, это? Можно было созерцать больше. Хорошо. Но, тем не менее, у вас уже есть опыт. Вы видели тех детей, которые были в 20 веке. И вы теперь видите и растите тех детей, которых, вот, я бы сказала так, новое поколение. Да? Раньше у нас был разворот больше в семью. Или же нет? Этого не было. Очень многие говорят о том, что семья имела большее значение раньше, нежели сейчас. Я думаю, что нет. Я думаю, это зависит от уклада каждой семьи. Прежде всего, от взглядов родителей, от тех основ, которые были заложены именно этим родителям, их родителям. То есть это и семейная система. И она сохраняется порой даже там, ну, не знаю, столетиями. Я считаю, что это так. То есть мы не можем обобщать вообще, вот как бы, да, нет, говорить в не общем. Можем. Каждая семья – это отдельная история, да, и отдельное отношение к... Отдельные традиции, отдельные устои, уклады. И отдельное отношение к ребенку, да, да? Да. В одной семье всегда бывали, ну, там, да, из поколения в поколение рады рождению детей, да, и их воспринимали как, ну, божий дар, да? Да. А есть семьи, где ребенок воспринимается как, ну, ну, да. Ну, так получилось. Так получилось, да. Хорошо. Современные родители, они принимают решение, что в их семье появляется ребенок, да? Как вы думаете, с каким чувством, с какими мыслями вот именно родители современные в 21 веке, да, к этому процессу подходят? Я думаю, что стало больше осознанного родительства. Это связано, во-первых, с ритмом жизни, с темпом жизни и с уровнем притязаний этих же родителей. Так. Потому что, будем говорить так, 80-е годы и так далее, когда у нас страна еще была закрыта, и мы мало что знали, мы считали, что так и должно быть. Сейчас у многих открываются глаза на многие возможности. И те возможности, которые не имели родители родителей, почему-то хотят воплотить это в детях. Поэтому как бы уровень притязания на ребенка, он очень высок. То в большинстве. Мы можем сказать, что ребенок в настоящее время часто бывает таким вот капиталом, в который пытаются родители вложить, да? Вложиться. Именно. Именно. И от этого становится очень грустно порой. Потому что они самого ребенка, его душу, его стремления, они не видят в этой гонке. Но ведь часто они говорят, зато мой ребенок будет более успешен, потому что он сейчас получит то, чего не получил когда-то я. Зато мой ребенок будет иметь больше возможностей. То есть это опять-таки ведь от любви, да? Вроде как от любви. Вроде. Но палка всегда о двух концах. То есть, получая одно, мы можем недополучить другое. Ребенок, будем так говорить, до определенного периода времени, он является незащищенным от внешнего мира. И он требует просто такого покровительства родителей, чтобы его оберегали, чтобы его любили, чтобы, ну, вот действительно ему было тепло именно в этой любви. А как правило, родители готовы отдать ребенка на какое-то там раннее развитие, еще на какие-то занятия уже чуть ли не с 6 месяцев. Потому очень популярно, да, очень популярно это веяние. Да. Как бы понятно, что мама, она выключается из ритма жизни, который ей знаком, то есть она все по часам делает, и тут она вдруг оказывается будто не у дел, и поэтому она идет куда-то, чтобы ей, ну, заполнить свое время. В это время там есть и плюсы, но много и минусов.
Поэтому ребенок включается вот в эту, будем говорить, такую интеллектуальную гонку уже с малых-малых лет. С самого рождения, да? Да. Историю, которую мне рассказывали, так как я работала раньше в родильном доме, говорят, что прямо сейчас только ребенка приводят, приносят маме, мама уже говорит, ну что, будем изучать гласные. Легко. А, о, у, и есть теория внутриутробного уже развития, воспитания, ребенок слышит. Да, я не отрицаю, это действительно так, потому что мы учим всем. Своим примером, своим голосом, звуками ребенок воспринимает все вибрации. Угу. Естественно, да. Ну, еще надо заметить, что сейчас даже вот врачи-гинекологи, как только узнают, что женщина в положении, сразу же начинают прописывать фолиевую кислоту, всевозможные витамины для того, чтобы ребенок был умным, красивым, смелым, отважным и так далее и тому подобное, да. Но, тем не менее, мы сейчас говорим о том, что дети – это огромная часть нашей жизни, и мы готовы с ними взаимодействовать. На каком уровне? Вот, да, сейчас мы проговорим. Но я предлагаю не брать совсем маленьких возраст, когда мама полностью, когда ребенок находится полностью в поле мамы, да. А давайте возьмем возраст, ну, чаще всего, с какого возраста отдают ребенка вот в социализацию? Ну, будем говорить, это 2,5-2 года, так вот. Причем, знаете, я вот что заметила. Детей, которых отдают после 3 лет, у них процесс адаптации проходит намного сложнее, чем у деток, которых отдали чуть раньше, да? Да. Вы тоже замечали это, да, в своей это практике? Уже априори. А почему? А потому что мы наталкиваемся на кризис 3 лет. Угу. То есть раньше этого кризиса нет, а тут ребенок уже всем говорит, я сам. Угу. Может, не может, он все должен делать сам. У нас терпения не хватает. Сесть и подождать, когда он наплюхается со своим сам, у него не получится, он скажет, мама, или там выставит элементарно ногу, надевай ботинок, я намучился. Поэтому мы наталкиваемся на кризисные моменты. Поэтому все сложно. И есть тут еще и новая социализация, да, новые, да, люди, да, новые требования. Мы выключаем ребенка в этот момент из семейной системы. То есть до 3 лет, ну, я сейчас говорю теоретически, ребенок пребывает в определенной системе, в определенной комнате. Он ограничен определенным количеством лиц. То есть там бабушки, гости какие-то, мама, папа. И тут мы, простите меня, забираем все дорогое, приводим его, пусть в красивое, но незнакомое помещение. Там какая-то тетя изображает из себя, что она его всего любит, а он даже речи ее порой не понимает, потому что другая интонация, другое обращение. Многие дети свое имя воспринимают только из уст родителей. Да. И когда ему другой человек говорит его имя, называет, он даже не слышит. Угу. Вот это очень часто. Поэтому ребенок, такое впечатление, он оказывается как в лесу, он как заблудился. И ему, конечно же, надо в этом помочь, да? Да, обязательно. Угу. Итак, каким образом мы помогаем? То есть вот мы с вами сейчас говорим о том, что возраст примерно 3 года – это очень важный, да, период в жизни малыша. Ведь именно сейчас он как раз находится вот в том самом состоянии, когда я вроде бы уже готов вот от этой системы, из этой системы выйти, да? Да. Потому что недаром же, ну, недаром с 3 лет у нас в детские садики начинают отдавать. Но в то же время я еще совсем не компетентен в очень-очень многих моментах. Помогают ли ранние школы развития, как вы считаете, вот, которые дают, там, например, с 1,5 лет, с 2 лет, уже мягче пройти адаптации ребенку 3-летке в садик? Ну, несомненно, помогают, потому что они расшатывают семейную систему. То есть ребенок выходит за рамки того помещения, в котором он пребывает, в котором ему комфортно, в котором ему защищенно. Естественно, они помогают. То есть до 3-летнему возрасту он уже... Он уже понимает, что есть нечто другое в жизни. Есть мой дом, но есть и другие места. И вот это одно из таких мест, например, там детский сад, да? Да. Или школа развития. Хорошо. Вот по возрастным, по психофизиологии, сколько ребенок способен на какое время удержать свое внимание, вот 3-4 года, да? И что в это время ему полезно, опять-таки, с точки зрения вот именно педагога, психолога? Ну, если мы будем опираться на санитарно-гигиенические нормы, то есть на требования к нагрузке, да, учебной, там идет время 15 минут. Но мое мнение таково, что если в течение 15 минут менять виды деятельности, ты можешь с ребенком провести целые сутки. И ты не потеряешь ни интереса, ни его как бы внимание. То есть он не потеряет работоспособность, он будет активен. Тут правильно выстроить
виды деятельности. Угу. Активные виды деятельности, познавательные, продуктивные. То есть все зависит от человека, который оперирует. Угу. Вот у нас, нас сейчас слушают там, молодые мамы, мамы с опытом, да. Давайте мы сейчас прямо на таких очень доступных словах объясним, как, например, с ребенком 3-4 лет можно заниматься дома, при этом это почти та же самая школа развития. Да. Что необходимо, что можно делать с ним легко и непринужденно? Ну, давайте возьмем элементарную пирамидку. Да? Угу. Как бы все дети складывают пирамидки, они им нравятся, можно эту пирамидку сложить. Потратим на это, ну, сколько? 3-5 минут. Угу. После этого мы потеряем какое-то колечко от пирамидки. То есть спрячу. Ты закрой глазки, а я спрячу красное колечко. Посмотри, вот это красное колечко я спрячу. И куда-то это колечко кладется. Ребенок должен встать со стула или там с коврика и поискать это колечко. Побегать по этой же комнате, да? По этой же комнате его поискать. После того, как мы находим это колечко, мы меняем другой вид деятельности. Мы берем красный карандаш, обводим это колечко на листе бумаги. То есть у нас сразу уже идет... Тут уже развитие моторики, да? Это и моторика идет, и также мы сенсорное развитие задействуем. Если мы не можем обвести карандашом, мы можем... Мелком. Мелком. Ну, материалов много. Мы можем даже само колечко закрасить и сделать штамп из этого колечка. А потом еще взять маленькие ножницы, да, и вырезать. Это все, да. И это колечко куда-нибудь на магнит приколоть. Отлично. И ребенок видит? Да, и после этого мы можем опять сложить пирамидку, но уже у нас не достает одного колечка. И говорим, какого кольца у нас не хватает. Большого, маленького, побольше, поменьше. То есть таким образом мы можем все колечки раскрасить, вырезать. Но это у нас уйдет час. Вот видите, как легко и просто, да, и иногда даже не надо эту же, посещать эту же школу развития. Но тем не менее, давайте мы с вами проговорим, почему все-таки я не за домашнее развитие, а почему я за то, что ребенок должен раздвигать границы и выходить в социум? Тут, знаете, тут много аспектов. Прежде всего, не каждый родитель является педагогом. Мое мнение таково. Родитель должен любить. То есть мама, папа должны любить. А не всегда требовать и, да, объяснить. Только любить. Вот больше ничего не надо любить. На этой любви вырастет абсолютно все. Потому что, как правило, уровень родительской компетентности, он намного ниже, чем их профессиональное знание. Поэтому можно навредить больше, нежели. То есть мы можем отвратить ребенка вообще от получения всякого рода знаний. Очень мало родителей, которые осознают то, что ребенок это в жизни видит впервые. Для них-то это уже привычное явление. Этот же карандаш он когда-то берет впервые. И догадаться, что этим карандашом надо с нажимом где-то проводить, а потом удержать, что это именно должен быть лист бумаги, а не стена, пол и так далее. Вот почему-то родители в большинстве от этого отрешенно отказываются. Ну, потому что тоже не являются, во-первых, педагогами. Не являются. Да. Поэтому вот подспорьем является центр развития. Он является таким подспорьем, что он повышает уровень родительской компетентности. Он учит маму, папу там еще играть с ребенком, общаться на уровне игры. То есть у них такой появляется период, как бы опуститься в свое детство, окунуться туда и поиграть точно так же, как будто бы я первый раз с этим. И посмотреть на все происходящее глазами своего собственного ребенка, да? Да? Именно с точки зрения ребенка, а не со своего, как сказать, птичьего уже полета. Ага. Поэтому я за. Вот и я тоже за это же. Да. Еще мне, знаете, кажется, что именно в такие моменты, когда мы отдаем ребенка, да, что ну, пусть это будет школа там, развития или какие-то группы, что мы показываем, что я доверяю этому миру, да, потому что очень часто, по крайней мере, я наблюдаю детей, которые все время пребывают в этой семейной системе, а потом их отпускают в начальное звено школы, да, то там уровень тревожности достаточно очень высокий, да, и ребенок не справляется с тем, что ему было бы в принципе по возрасту даже элементарно какие-то вещи здесь сделать. Хорошо, значит, процесс социализации. Давайте поговорим с вами
о играх, которые вот этому возрасту, мы сейчас будем ближе пробираться уже 4-5, какие игры должны преобладать? То есть, смотрите, у нас сейчас есть такое поверье, что, ну, родители, по крайней мере, я смотрю, они регулярно усаживают ребенка за столы, да, но когда им начинаешь объяснять о том, что ребенок в это время не должен сидеть за столом на стульчике и терпеливо раскрашивать что-либо, да, а он должен в это время играть, родители говорят, как играть? Все, мы уже отыграли. Да? Какие игры доступны, понятны и вообще востребованы сейчас детьми? Я скажу, что игры востребованы в любые времена практически одни и те же. Только качество этих игр немного изменяется. Говорить о том, что усаживать за стол, мое мнение таково, что ребенок слышит и видит везде, в углу или на стуле одинаково, лишь бы ему было интересно. Как правило, многие дети могут делать два дела одновременно. Включаться, выключаться. То есть это уровень устойчивости внимания. Интересно, он будет тут. Неинтересно, ты хоть что там. Ну, выплясывай, он будет заниматься своим делом. В таком возрасте, конечно, уже нужно обращать внимание на мелкую моторику руки. Как правило, у нас пальцы у детей очень неразвиты. Мы все ударяемся в интеллект и забываем о психофизическом, моторном развитии. То есть надо делать уже акцент на развитие мелкой моторики. Это как можно больше рисования, лепки, какой-то аппликации. И как можно больше давать детям возможность экспериментировать с различными предметами, материалами, то есть все, что угодно. У нас, как сказать, не надо готовить какую-то специальную среду. Экспериментировать можно с солью, с водой, с песком. То есть все, что попалось под руку, вспомните свое детство. Пуговицы, что вы замки, делали? Да, тонет, не тонет, примагничивается, падает, взлетает. Тяжело. То есть он должен познать вот именно устройство физического мира. Вот в этом возрасте, потому что это интересно. Кроме того, было бы здорово, чтобы это не только он самостоятельно этим занимался, да, чтобы вы включались в эти процессы. Потому что все должно быть совместной деятельностью. То есть любая деятельность должна объединять участников. К тому же, любую деятельность можно превратить в игру. Однозначно. Главное, оберточку такую красивую сделать, да, словесную. И сейчас мы с тобой будем пиратами, да, поварами, коками. То есть мы сейчас не будем заниматься, мы сейчас сядем, будем заниматься. Нет, мы сейчас с тобой отправимся куда-то. В путешествие, к примеру, да? Да. Хорошо. Лена, смотрите, очень важно, на мой взгляд, да, чтобы родитель это делал искренне. А родители часто говорят, какая искренность, о чем вы? Мы устали, нам некогда. Мы пришли, мы валимся с ног от усталости. Как играть? В какой момент тогда заниматься, взаимодействовать с ребенком? Ну, самый сложный – это родительский институт. Вот самый сложный. Вроде бы каждому из нас нужен ребенок, но мы не можем выделить какое-то время для ребенка. Мы для всего выделим время. Для работы 8 часов в день минимум. Мы выделим время для ужина, для похода в кино. Но для ребенка нам очень сложно выделить время. Хотя это самое дорогое. А почему так? А это так вот сложилось почему-то. Мне это очень трудно понять, хотя, по большому счету, надо оставить в жизни все, отодвинуть чуть подальше и заняться именно ребенком. Потому что это самое дорогое, изменяющееся каждый день, каждый час. Тут уже идет, как сказать, степень осознания этой важности. Если родитель осознает важность, то есть мама, папа, там, они распределяют обязанности между собой, и устанавливается определенный алгоритм действия в семье. У ребенка тоже вырабатывается условный рефлекс, что со мной сейчас будет играть папа. Мама в это время будет готовить. В какой-то момент я помогаю маме что-то делать. То есть это все должно быть вместе. Это система, которая взаимодействует. И взаимодействовать надо на разных уровнях. Это надо просто для себя, родителям прежде всего расставить и принять к действию, прежде всего. Ну, вот так, может быть, звучит немного грубо, да, но чтобы ребенок был вписан в ваш тайм-менеджмент, да? Да, то есть вот вписался. Да? Иначе тогда задаем себе вопрос. Зачем? Зачем я, да, носила 9 месяцев под сердцем, потом... То ли я хотела. Да, и моменты, которые себе очень часто задают родители, а такого ли материнства или отцовства я себе хотела, да, потому что мы очень часто
начинаем детей своих воспринимать как какая-то одна большая проблема, которая все время, которую все время надо решать. А если... Это все от уровня компетентности. Да. То есть у нас завышенные потребности. Мы хотим даже ожидания, завышенные ожидания по поводу ребенка. То есть это когда я мечтаю, чтобы он был таким-то, таким-то, да. А он вдруг не хочет быть таким. Ну, это тема безусловного принятия. Давайте, кстати, про безусловное принятие. Итак, вот он растет, уже ему 4-5, мы с вами уже проговорили, да, он уже играет в какие-то ролевые игры, у него уже развиты, развернутые сюжеты, он уже может много что вам объяснить, и, может быть, даже вас многому может научить сам. Но вы его видите в том, что вот он должен пойти в физмат, никак не иначе. А он в это время берет и рисует на стенах великолепные картины. Да? Что делать? Вот приводят к вам ребенка и говорят, так, у него, в общем, светлое будущее, но он математиком должен быть. Потому что сейчас вот это системное мышление, оно должно быть у него развито на уровне, потому что мы там ему дальше уже прописали все картинки, видение его жизни. А он не хочет. Пожалуйста, вы психолог, вы сделаете что-нибудь? Ну, это, конечно, очень такая спорная, сложная ситуация. Мы с ней сталкиваемся очень часто в процессе своего, как бы сказать, жизнедеятельности. Отрицать не буду. Делаем то, что просят родители. Но это идет только в первый период времени. То есть я считаю так, что ребенок, практически все дети талантливы во всем. То есть куда ты упрешься, что ты будешь делать, там ты и достигнешь высот. Все дело в твоей последовательности. В системе. Да. Ну, система, последовательность, как бы такие аналогичные понятия. Ты можешь добиться, но будешь ли ты счастлив с этим? Будет ли счастлив твой ребенок? То есть тут уже идет работа, во-первых, да, ты работаешь над логикой, но эта логика, она переходит в какие-то чертежи. Если ребенок любит рисовать, какие-то мы рисуем лабиринты, еще что-то мы переключаем, и далее нам надо переключить родителя именно на успех ребенка в этой области. То есть мы разворачиваем родителя да, в сторону ребенка. Посмотрите, у него вот это здорово получается. Да. Вот здесь не хватает техники. Вот это. Но это нужно достичь только вот такими-то занятиями. То есть я бы не говорила об однобокости развития. Да, есть интеллектуальное развитие, но художественное, эстетическое никто никогда не отменил. И каждому из нас надо где-то расслабляться. Чтобы там расслабиться, увидеть красиво, этому тоже надо учиться. И этому тоже учат родители. Да, прежде всего. Поэтому, как это, идея-то всестороннего развития. Да. Кстати, про всестороннее. Вот я, например, замечала, что родители очень активно развивают физически. Там он занимается ребенок спортом, он там плавает, он бегает там на коньках. Интеллектуально он ходит в шахматы, он там решает какие-то задачки. Да? А вот про эмоциональный интеллект родители даже не слышали. Как, кстати, с этим справляться, чтобы наши современные дети были чувственными, хорошо воспринимали этот мир и в то же время могли сами себя выразить? Но это тоже идет из семьи. Если в семье проговаривают свои чувства, что я чувствую, что мне нравится, что мне не нравится, ребенок способен это ранжировать. Ну, как правило, молчат. Как правило, не обсуждают. Услышать такое, что мне неприятно, когда, очень сложно. Мне не нравится, можно услышать. Ты меня порадовал. Вот нужно всегда говорить вот о своих чувствах. То есть ты меня огорчаешь. Мне это очень приятно. Можешь ли ты вот мне доставишь такую радость? То есть все идет из семьи. Если в семье эмоции закрыты на замке, то ребенок тоже будет глух. Поэтому мы сейчас... Можно, конечно, научить. Можно сходить на какую-то там психологическую программу, которая научит выражать чувства, там, различать их на пиктограммах, на каких-то картинках. Но можно Но это проживать в вашей собственной семье. Действительно прожить на практике, нежели давать вот эти теоретически оторванные знания. Почему? Ребенок, оказываясь в этой системе, где ему это показывали, он будет ориентироваться. Предъявим ему эти же картинки в другом месте, он уже потеряется. Дети привязаны к среде. Поэтому... Еще мне кажется, вот, выражать эмоции учат нас танцы эти же, да, например, да, театральные студии, актерское мастерство.
актерское мастерство, да. И ребенок, если даже в семье, например, это не принято, он, видя это, да, и проживая вместе со своими, например, ему дали какую-то роль там, какого-то героя в спектакле в детском, да, он, опять-таки, вот как раз мы и говорим, нарабатывает вот этот эмоциональный интеллект. Тут тоже надо смотреть от уровня желания ребенка. То есть может он, хочет ли он это делать. Угу. Потому что, как правило, это очень сложный вид деятельности. Нам чаще проще научить ребенка читать, считать, я не знаю, бежать на лыжах, нежели выразить себя там волком, белкой, изобразить. То есть это очень сложная, самая, наверное, сложная вещь – выразить свои чувства, эмоции, а еще сложнее – прочитать об этих эмоциях у окружающего мира. Действительно, потому что даже нам, взрослым, иногда, да, это бывает непросто. Но нас, опять-таки, этому не учили. Да? А если мы будем помогать нашему ребенку об этих чувствах говорить, прислушиваться, да? Ну, например, я вот спрашиваю маленького, он сердится, злится, я говорю, что ты сейчас чувствуешь? Да? Где ты сейчас это чувствуешь? И он начинает это как-то слова, в слова облекать, выражать. А потом он уже приходит и говорит, ты уходишь на работу? Я говорю, да. Он говорит, я злюсь на тебя. Я злюсь, потому что ты опять уходишь на работу. Да? Но после этого собирается и идет играет в Лего. Да? То есть я уже понимаю, что все, процесс идет. Хорошо. Итак, идем... Далее, давайте поговорим немножко о таких моментах. У вас огромный опыт в том, что вы как раз развиваете детей, постоянно с ними взаимодействуете. Итак, прямо пробежим по пунктам. Какие плюсы есть у раннего развития? Во-первых, мы учим родителей взаимодействовать. Это самый первый плюс. Родитель разворачивается к ребенку с точки зрения его возможности восприятия мира, не завышая требований к ребенку. Потом ранний старт, он все-таки несет за собой то, что ребенок раньше начинает делать что-то осознанно. Так. Для чего-то. Развивается внимание, развивается какое-то мышление понятийное. То есть мы ребенку даем много систематизированных знаний. Это не отрывочно. Сегодня дал, завтра другое что-то. То есть там идет система. Ребенок в этой системе выстраивает свою жизнь, он усваивает системное знание. У него формируется условный рефлекс на определенные виды деятельности. Это потом впоследствии помогает в обучении. То есть он знает, сейчас я буду играть, потом я буду рисовать, потом мы пойдем гулять. Ребенку, как сказать, это важно, легче, да? жить, зная, что его ждет впереди. У него нет зоны неизвестности. Они даже сами, мне кажется, да, просят. Они диктуют, да. Потом. Мы ведь сейчас поиграли, теперь одеваемся гулять. И он знает, что, например, сегодня мы идем в студию, а после студии мы с мамой идем на горки или еще куда-то. То есть у него выстраивается алгоритм действия. И вот эта вся организованная деятельность, ну, специально организованная игровая деятельность, учит ребенка всегда что-то делать, то есть не находиться в состоянии бездействия. То есть, можно так сказать, мы уже в этом возрасте формируем активную жизненную позицию. Он не слоняется из угла в угол, потому что с ребенком надо всегда играть. Даже эту машинку надо учить катать. И когда мы научили ее катать, мы должны научить уже строить дорогу. После дороги должен быть мост, тоннель, потом лес и так далее. А в лесу что-то этому всему нужно научить. Сам бездумно катая вперед туда-сюда, получается тупиковое движение, которое ведет, сами знаете, куда. Действительно. Смотрите, в процессе, я бы сказала, раннего развития он приобретает определенные навыки, да? Да. Причем эти навыки потом в будущем неплохо скажутся на его самооценке. Смотрите, я это уже умею, у меня это уже получается, следовательно, я уже герой. Я успешный. Я успешный. Может быть, и так. Ну и как раз мне еще нравится, опять-таки я от себя немножко добавлю, мне нравится раннее развитие тем, что когда ребенка ты наблюдаешь систематически, ты понимаешь, вот можно вовремя раскрыть таланты. Да? Да. То есть бывает так, что ребенку просто не давали возможность вот себя вот проявить. Да? А вот сейчас, когда ты Я бы в этом возрасте сказала наклонности таланта, да, потом уже. Да, таланты потом уже. Ну, с техникой.
техникой. Да, ну видно. Да, видно, что вот это вот очень артистичная там, да, личность, а вот у этого все очень логично, четко и по расписанию. Просто в раннем развитии еще у родителей, ну вот в период раннего развития у родителей еще мало складывается стереотипов по поводу того, кем будет у них ребенок. И то есть, если они попали в такие, как сказать, профессиональные русла, их можно еще свернуть. Вашему бы танцевать. Посмотрите. Попробуйте. И ребенок, попробуйте. И родитель видит на фоне других детей, что действительно у него это лучше получается. Другой ребенок лучше схватывает там, я не знаю, какие-то пазлы, предположим. Вам бы вот это. Кто-то поет. То есть там идея раннего развития, она строится на разных видах деятельности. То есть в процессе 45-минутного занятия идет там, 6-7 видов деятельности. Поэтому родителю и педагогу очень легко отслеживать, что нравится, что интересно ребенку. И что получается. Что получается, что, да. Если нравится, то это получается. От чего он вообще, от какой деятельности он уходит в угол? Он говорит, я не буду. Да, ни за что. Ни за что. Ни за какие камешки. Хорошо, какие минусы? Какие минусы у раннего развития? Видите ли вы вообще эти минусы? Минусы, знаете, в чем? Когда родители начинают этим злоупотреблять. Есть, например, определенная циклограмма 2-3 раза в неделю. Достаточно. Но когда ходят в 2-3 школы развития, то есть каждый день куда-то водят, я считаю, что это перебор. Да, почему перебор? У ребенка идет эмоциональный перегруз. Дети все равно в силу своего возраста они не могут в свою систему включать много людей. Они утомляемы. Это во-первых. Во-вторых, идет такой большой шумовой нагруз на ребенка, потому что каждый ребенок издает какой-то звук. И звуки в разных помещениях, они разные. Это несет определенную нагрузку и раскачивает нервную систему ребенка. То есть нужно найти свой путь. 2-3 раза в неделю замечательно. Больше не надо. И учитывать интересы ребенка. Однозначно. Это в обязательном оглядываясь, порядке. Именно оглядываясь на это. Хочет, не хочет. Получается, не получается. Потому что порой вот ребенок не хочет ничего это делать. Хорошо. А вот смотрите, получается так, например, он тут походил, там походил. Вот уже там с 3 лет ребенка везде водят. И вот везде он уже больше не хочет. Не хочет, и все. Вот есть какая-то такая формула, что мы, например, договариваемся, чтобы не сложилась у ребенка система, походил немножко, не захотел и не буду. Да? Чтобы не получился такое перекати-поле. Знаете, я вроде там все уже в этой жизни попробовала. Это опять-таки родительские отношения, это семья. То есть если в семье все последовательно, ребенок будет последовательным. Если мы сегодня говорим, что мы делаем это, но это не делаем, ребенок растет в этом, он это все впитывает. Ведь учат-то не слова, учат поступки. Мы можем говорить одно, а делать абсолютно другое. Дети подмечают то, что мы делаем. Это действительно так. Ну что, друзья, вот сегодня мы пытались разобраться, кто же такие дети и с чем их едят. Ну, это, конечно, была шутка. На самом деле, о раннем развитии, о плюсах и минусах, а также о том, какой современный ребенок. Мы разговаривали сегодня с педагогом-психологом, заведующей, с директором Центра развития, с Еленой Петушковой. Ну, а с вами была Надежда Бушмелева, практикующий семейный психолог, и программа «Практическая психология». Елена, спасибо вам большое. Спасибо. «Практическая психология».